Привет, ребята! Покажу, чем сегодня занимались. У нас по плану была логика и мышление. Заполнили календарь погоды. Делали, как всегда. Посчитали, каких у нас было дней. Неописуемый продолжили читать. Сегодня читали про цветок, который пахнет трупом. Хотя, на самом деле, он очень красивый. И тут написано про лицемерие. О том, что многие кажутся красивыми, но на самом деле внутри они пахнут плохо. Вот, цветок-труп его называют, вот читали про него, потом еще про мухоловку читали, тут молитва есть, в общем, классная, продолжаем. 101 пропавший песик делали, Деселечка вот здесь вот искала песиков, продолжили, читали здесь истории, тут тоже искала, читали. Здесь нужно было как лабиринтик пройти. Вот здесь тоже найти нужно было песиков. Дальше еще не двинулись. Дальше логика и мышление от 7 гномов 5+. Сделали задание это и это. Поощрительные наклеечки Василис приклеила. Дальше из игра решай Женя Кац начали делать. Вот здесь нужно было найти пару и обвести те, у которых нету пары. Здесь то же самое и посчитать тех, у кого нету пары. Вот. Дальше еще не двинулись. И вот здесь вот сделали задание. Это вот самое первое оно идет. Здесь нужно было найти те, которые похожи на вилки и похожи на буквы, и обвести их. Дальше думай тоже начали сегодня. Это не от Жени Кац, другие авторы. Здесь найти похожие в ряду, одинаковые. Вот здесь еще не двинулись. Делалась, Лесочка находила. Дальше очень классная логика. Учимся анализировать, сравнивать и обобщать от школы Ирины Мальцевой. Обалденное задание. Здесь нужно было посчитать, сколько А и И в слове в красную графу, да, записать или как сказать, окошком. А в синюю сколько других букв их обометить крестиком. А А и И краткую и краткую нужно было точечками. В общем, вот она сделала. И потом здесь по схеме нужно было, вот она подписывала Василиса, айва, лайм, айва, лайм, айва, лайм, и следующие айва, лайм, айва, лайм, айва, лайм, айва, лайм. И так вот в этом же порядке, вот она подписывала, либо картиночки рисовала. В общем, сама все выполняла. Молодец, классное задание. Здесь найди и покажи, делала. Вот эти вот предметы нужно было на картинке найти. Тоже от Олеси Жуковой делала, тут рисовала лето по точкам. Это от этой РКШ, я скачивала у них с сайта, вот распечатывала, соедини по точкам. Вот Василиса выполняла сегодня, два листика ей даю на занятие, когда логика и мышление. Лабиринты для девочек от Клевер. Ну, тут она единорожку Тусю в замок привела. Подводный мир здесь нужно было найти, корону привезти. Здесь каждое украшение раздать нужно было. Вот, дальше еще не двинулись. Очень такие они красивые, конечно, клеверовские эти лабиринты. Очень классно. Фокса доделали. Вот этот. У нас еще один в запасе. Один мы уже прошли. Вот этот закончили. Один в запасе, еще один я хочу докупить. Если найду, а то их уже не купить. Так, здесь нужно было вписать, какие где картины. Здесь найти на фотографии. Примеры порешать. Читает она сама вот эти странички, где как комиксы. Соединить по цифрам, подобрать замочек. Найди короне 10 отпечатков. Вот тут вот. Тоже прочитать. Кстати, интересный сюжет. Необычный. Так, здесь найти пары нужно было. Здесь найти предметы по списку. И здесь, ну, как бы уже все. Нашли они бриллиант, который украли. Корону сначала нашли, потом бриллиант. Казалось, что корону не буду рассказывать. Многие, знаю, проходят. Вот, классно. Необычное окончание детектива. Еще с Василисочкой закончили сегодня замок делать, героев сделали, все доделали, получилось просто класс. Вот так вот. Играла она уже, завтра еще поиграет. Всем хороших занимашек и всем пока-пока.